Никольский сквер впору называть парком разбитых фонарей, хотя после нашествия хулиганов разрушения частично восстановлены силами ГГС, но не хватило плафонов еще на 14 светильников. В течение 10-15 дней ожидается поставка новых. Сумма, как выяснилось, немаленькая. На сегодняшнюю минуту светильник ориентировочно где-то около 5000 рублей стоит, плюс работы, выезд и так далее. Ведутся сейчас подсчеты ущерба, которые будут предъявлены, наверное, тем ребятам или лицам, которые совершили данный инцидент, скажем так. Акт вандализма в Никольском сквере зафиксирован не в первый раз. Поражает, конечно, дикость, с которым и циничность, с которой все это ломалось, подвергалось, значит, уничтожению. Вот. Хочется все-таки обратиться к жителям города, ну, как-то, если вы видите или, может, слышали, или как-то оперативно сообщать о том, что вы видите. Вот, потому что по предварительным данным это все происходило в пятницу вечером. Вот. Явно здесь работала группа молодых людей, я так подозреваю. Эту позицию разделяют многие горожане. Может, видели, кто разбивает? Нет? Не видели? Ну кто? Это если лазили не только когда вечером или днем. Ну кто? Дети больше всего под скуки. Делать нечего. Ну, взрослые, я думаю, не повесят бить. Что касается злоумышленников, которые устроили анархию в Никольском сквере, то их лица уже установлены. В данный момент идет разбирательство. Дмитрий Самойленко, Денис Гимп, новости Губкинского.